Высочайшая требовательность при поиске и выборе материалов для будущего инструмента – такова одна из аксиом, на которых зиждется более чем 160-летняя традиция марки Бехштейн. Выдающееся музыкальное чутье Карла Бехштейна в сочетании с его новаторскими идеями привели к тому, что уже в XIX веке его имя стало легендой для крупнейших пианистов и композиторов. Брамс, Дебюсси, Равель, Лист, Рахманинов, Вагнер, Барток, Бузони сочиняли музыку на Бехштейне. В 1901 году в Лондоне на Вигмор-стрит был открыт концертный зал под названием Бехштейн-холл. Там проходило около 300 концертов в год, и королева Виктория также заказала себе Бехштейн, позолоченный и украшенный ее росписями. В последние годы Бехштейном был выпущен ряд инструментов, копирующих те или иные исторические стили.